Всем привет, вы на канале Просто Детки. И сегодня мы с вами поиграем в игру Monster High Draculaura. Ухаживает за своим питомцем. Ну, сейчас мы ближе посмотрим, что это за игра. Так, какую можно выбрать? Синенькую, можно розовенькую. Розовенькая такая с бантиком. Вроде как с сердечком, интереснее. Давайте попробуем поиграть за нее. Ага, вот он ее питомец, такой маленький-маленький котик. Что нам здесь нужно сделать? А для начала берем мисочку, ставим перед котиком. Наверное, он пришел к ней, потому что проголодался. Они питомцы такие все. Когда они что-то хотят, они приходят и лащатся. А когда им ничего не нужно, они текают и даже на руки не даются. Ну, часто такое бывает. Конечно, не всегда. Так, тут даже реклама идет. Вискас на пачке. Достаем корм, насыпаем. Теперь этот корм даем кошечке. Опа, скушала. Они все любят вискас. Такая реклама даже есть. Ваша киска съела бы вискас. Так, теперь что это у нас? Наверное, молочко или водичка. Наливаем. Скорее всего, молочко, потому что котики любят молочко. Поим котика. Вот, все. И Драculaura довольная. О, уже недовольная. Хочет погремушку. Ага. О, а котик накушался, я теперь сделал каку. Взял и такую кучку навалял. Надо теперь за котиком убирать, потому что не только с ним играться и кормить его. Так, берем салфеточку, достаем. И вот так вот все вот это вытираем, вытираем, вытираем. Хорошо. Вытираем, вытираем. Вон шкала у нас сверху бежит, сколько мы вытираем. Так, уже почти закончили. О, все, чистота. Теперь салфеточку кидаем в ведерко, чтобы мусор не валялся на полу. Так, котика видно, он там везде шерстка вокруг на полу лежит. Это значит, что у него, он линяет, и нужно его вычесать, чтобы он был чистенький, и шерстка у него не летела никуда. Берем вот так этого, расчесываем, расчесываем, расчесываем. Если у кого есть дома котик, возьмите расческу и попробуйте его расчесать, ему это очень нравится. Они как их гладишь и как их расчесываешь, они от этого обалдеют просто. Так, теперь котик захотел поиграться, когда уже покушал и сделал свои дела. Опа! Ну и Драculaura такая довольная вся, смеется, улыбается. Так, ну теперь давайте дальше. Что, теперь котика она своего уже приласкала. Теперь нужно ее одеть. Так, что у нас может быть такая вот причёха? А может быть такая? А может быть такая? Или такая. Ну, такая не очень красивая. Ну, давайте такую вот сделаем, пускай будет. Так, дальше. Бантик. Бантик. Это некрасиво. О, такой вот чертенок маленький, пускай будет. Так, бодик. Это некрасиво. Это у нас уже было. Это как-то вообще непонятно. Ну что, ну раз то у нас уже было, тогда одеваем вот это. Или футболочку. Вот какая красивая была. О, как пионер. Попробуем вот это вот. Штаники. Боже, под юбочка. О, такое почти однотонное. Так. А что это у нас? На ножке. А, это не на ножке, это кофточка. Наверное, на них там очень холодно, раз она так тепло одевается. Ну, пускай будет не тепло, а пускай вот так вот. А, носочки. Желтенькие. Вот такие под цвет подходят. Так, и на ножке. Золотые. Ну, пускай вся она у нас будет такая голубенькая, розовенькая. Какую-то игрушку ей. Паровозик. Но девочка паровозиками не играется. Ну, хотя это Драculaura. Она может все. Ну, пускай будет птенчик такой. Так. Все. Котика она покормила. Поухаживала за ним. Начесала. Он играется довольный. Сама она тоже оделась. Поменяла себе прическу. Взяла игрушку. Теперь они довольны и уже могут спокойно играться.
не будем им в этом мешать. Будем заканчивать наш обзор. Кто смотрел это видео с нами, всем спасибо. А кому понравилось видео, ставим лайк и подписывайся на наш канал. А каждый день много обзоров игр, постоянно новинки. Если кому это будет интересно, подписывайтесь. Всем спасибо, пока-пока.